В Елабужском институте КФУ началась 9-я международная тюркологическая конференция «Тюркский мир и исламская цивилизация». В конференции принимает участие более 120 ученых с разных стран мира. Ее основная цель – обсуждение научных проблем и практики изучения языка, литературы, истории и культуры тюркских народов, роли и места ислама в их исторической судьбе. Выступление охватывает внешнеэкономические связи Республики Татарстан с тюркскими государствами СНГ. Мы считаем, что эта тема сегодня очень актуальна и для России в целом, и для Республики Татарстан, поскольку все-таки, учитывая ту международную ситуацию, которая складывается вокруг нашей страны, вектор внешнеэкономических связей России и Татарстана, несомненно, должен сместиться в сторону тюркскоязычных государств, наших братьев по крови, ну и мусульманских государств в целом.